допингом занимался. Короче, такими вещами занимался. Около баскетбольной лиги. Но это же такие первоклассные. Вот. И, в общем, такие игроки всегда цены. Очень плохая защита. Почему-то одного оставили сейчас. Проход. Калитая там открывался. Калитая все еще один. Корнилов не дает ему передачи. Только сейчас. Андрей 3 заряжает. Метр от линии. Не проблема для Калитаева. Ну, там не метр, а полметра до линии. Да, став не супер оптимальный, но все-таки есть скамейка, есть пару ребят, которые могут забивать. Достали между Пушкарского. Пушкарский в легкие 2 очка забивает. 7-2 против Канзаса со старта. Шла до партнера и бросал с отклонением в итоге Морозов, не забил. Быстрый отрыв, но это фирменная фишка Канзаса. Кузьмич при любом сечении обстоятельств всегда... Кузьмич готовится убежать и снова... Ювелирная передача Калитаева. Что? Просто получилось. До конца идет. Но я говорю, игрок, который прям выжигает в защите. Мне такие игроки очень нравятся. Ну, не жалею ни себя, ни соперника играет. Про такие говорят, залезает под пол. Забивает Кузьмич 2 очка в проходе. И вот как-то очень быстренько и дежурно Канзас, как мы предсказывали, уже ведет 10+. Забиваются средние, неплохо. Цуканов. Оставили его одного. Про провал в защите у игроков Канзаса. Дали забить легкие 2 очка, они, ну, 2 прохода Индиане. Калитаев. Ну, Калитаев. Жесткая защита против Скорина. В пределах правил у него мяч отняли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как красиво играет Канзас. Вот. Исполненный. Кузьмич был готов к перехвату. Скорин. Скорин 3. Забивает то, что Скорин. Цуканов. Хорош. Добавляет Цуканов в одно движение 2 очка. После промаха партнера. Филона, проход, передача. Хо-хо! У нас сегодня хит-парад будет красивых передач. Я смотрю, ворвался в зону Филонов, увидел. Забирает мяч, огромный второй номер. Уй, доходит. Канзас просто ходячий хоу-тайм сегодня. Шоу, да что ж такое? Шоу-тайм. Второй забивает. Второй команде Калитаева. Кузьмич оставляет партнера, получает заслон от Искрина. Хороший пас и заступ был. Пас был хороший, но проблема в том, что у Корнилова был... Не пошел. Кузовлев высматривал Цуканов его, а Кузовлев туда не пошел. И в итоге потери на ровном месте. Сразу же доставки мяча в корзину раннего нападения. Возможно, даже лучше в этом. Во всем лапке везет. Он во многом один из лучших. Но это с точки зрения быстрых отрывок, наверное, лучший игрок в лапке везет. Забивает Андрей, к сожалению. Мартышкин сразу же на Кузьмича. Кузьмич с фолом. Кузьмич, да, это было плохое решение от Никитина. Я на сегодня стоит такие делать вещи, дарить легкие очки. Но в любом случае, тем более, когда у тебя короткая скамейка, тем более не стоит такими вещами заниматься. Реализует Кузьмич Энблан, 27-10. Оренев не прошла передача, Суканов, кажется, не был готов. И Мартышкин забивает, посмотри, 2 очка, 29-10. Спасибо за подсказку. Подсказываю, потому что видео отстает от аудиоряда. В перерыве попробуем, может, поправить. Пушкарский. Корнилов грузит из скрина. Хорошее рвание в зону. И с фолом Филонов забивает. Неплохо разыграли на третьем. Умеет. Реализовал Филонов. Посмотрим, получится ли его только садим. Одно так и сделать. Да, успешная попытка. Наконец-то. Бросали. Никак. Тоже Корнилов. Отличный пас. Змич. Мартышкин забивает. Флот. Рочек однокровно разобрались. В этом тоже чувствуется класс игрока. Он в ситуации, когда его нажимают, он будет теряться. У него не будет если хладнокровно, он примет какого-то неправильное решение. Вторая трехка Никитенко. Он говорил, что этот парень расстреляться, и Андрей пока расстреливается. Ну вот, игрок, он будет принимать неправильное решение под давлением. А игрок, у которого хороший класс, хорошее мастерство, он под давлением, он был, возможно, потерять мяч или отдать его назад. Ну что, идеально починил атаку, что ли? Понимает, они сейчас играют исправно мячи. Никитенко две трешки завалил. Сейчас под кольцом забили. Кузьмич, перевод на свободную сторону. Корнилов, Калитаев. Калитаев уже 3 трешки есть. Полетело. Калитаева 4-3 очковый. Точно в цель.
забивает. Будет стабильно забивать, это Арнольд Никитенков. Плохая передача саута как раз от Никитенкова. Лучше бы ему давали, а не он сам. Забивает сейчас Филонов с передачи Кузьминова. Второй есть, 47, я понятно, кто выиграл. Тут просто вопрос, что получится у команды, которая половина. Результат уже сделан. Три очка точно целят Корнилова, 50-21. Реализует все Шпантон за старт второй половины. Морозов. Красивый Морозов забивает мяч. Мороза второй раз подряд, два почи похудения, через руку забил от щита. Хорош Морозов. Просто человек, ходячая поговорка, прыжок с мячом. Ну, не поговорка, да. Забивает два очка, проходит ПДР, попадает мяч игроку, владеющему мячом. Да. 5 из 5. Растягивающий четвертый номер. Еще одна супер доводящаяся передача от Перетаева. Как он... Цыганов. В походе. Очередной класс. И снова Кузьмич. Кузьмич просто как робот какой-то. Он, мне кажется, вообще не устает. Он готов... Мороз с мячом. Герой Индианы третьей четверти. Скидка в угол. И забивает Цыганов. Забивает Цыганов с передачи Морозова. Не хочет, когда тайм. Не хочет. Вся бросок скидывает на Корнилова. У Корнилова вторая трешка третьей четверти. Мне кажется, Андрей посмотрел спицы, забит легкие очки, а заканчивается все наоборот. Это же когда Кузьмич на трешке. Китенко, ой, выплевывает кольцо после его броска. 101-я самонаводящегося передача на Калитаева, но это не совершенно неостановимая для львиной доли команд. Для львиной доли защиты команд лав дивизиона. Интересно было посмотреть, как, кстати, мы справлялись баскетболисты команды. Наконец-то промазали три, хотя бы не точно снизу, так что возможно, что было 3, а 3. Убивает мяч из спина, но мяч очень дальше скачал прямо в руки Корнилова. Как будто передача получилась. Невольная. Три очка точно цель. Морозов. Но Морозов в третьей четверти просто включил режим сопротивления. Не забил он три. Марковин. Заслон от Соколова. Двигает дальше мяч. Вообще один Морозов. Надо забивать. Морозов почувствовал бросок. У Морозова Кузьмич забивает. Кузьмич вторую или третью трёхку. Не забил, подобрал. Скидка в угол. Морозов. Один вообще. Ну, наконец-то. Было уже несколько ситуаций. Очень схожая передача Кузьмича, но Скрин там, конечно, внушается над всеми соперниками, вылавливает передачу, находит ассистом своего партнера и Пушкарский забивает. Но у них появился Марголин, который сейчас должен разносать, немножко разбавить четвертую четверть. Может быть, Индиана чисто символически попробует выиграть хотя бы одну четверть сегодня. И он после того, как набрал такую статистику, стал очень осторожно на дистанции находиться и пока ни разу не выбросил с тех пор, хотя было несколько возможностей. Не получается реализовать свой момент под кольцом. Коренев. Надо забивать, да, и забивает сейчас. Забивает, вон он два очка проходит. Однако там борется он за мяч и теряет. Марколин три. Ну вот, кажется, Юра почувствовал свой бросочек. Немножко времени мы дадим. Ну вот, наконец-то Скрин забивает. С передачи Кулетаева. Марголи просто заслон Скалова, уходит в сторону от дозвона, стягивает внимание на себя, сам со средней и забивает Юра. Уцеплев. Дальше Скалова. Скалов забивает Скалов флотер от забора. Давай сверху. Понятно.
Да, и спину даже прыгать не нужно. Вам просто нужно вытянуть руку и все. И уже будет дождаться, что чаще убивает, когда чистрина. Это там действительно, кажется, два перехват. Его тоже будет. Полетаю 18 очков. 6 подборов, 8 передач. Там далеко, ну мало времени осталось. Всего нам. Дача не показала, что больше не было сейчас. Ну давай. Забивает Цуканов, ну, не получилось забить. Очень важные игроки, такие как Сергеев. Забивает то, что Цуканов, такие как Сергеев, Горшков и Барголин, которые по Канзасу, без шансов совершенно. Канзас по-прежнему один из главных фаворитов на чемпионство в дивизионе. Команда, которая по организации игры просто на 7 шагов. Забивает Кузовлев со средней. Кузьмич выбивает 30-ку сегодня. Ну, графические достижения почти. То есть разбросались. Первые половины почти кирпичи забрасывали, а в одной четверти разбросались. О-о-о-о! Засчитано? Запас Индианы, уровень игроков Индианы, старт, который играет в старте, который приезжает, позволяет этой команде держаться на верху, положительный баланс, поведет поражение, 10-7 идет Индиана.